Мы продолжаем выпуск. Рысачок к нам не прилетит. Напомним, ранее президент России Владимир Путин одобрил проект по созданию нового регионального самолета. Как полагали изготовители, машина была бы востребована преимущественно в районах Крайнего Севера. По замыслу, Рысачок должен был прийти на смену легендарному советскому Ан-2. Однако участники одного из обсуждений концепции 2025 заявили о невозможности использования самолета в регионе. Невозможность эксплуатации «Рысачка» в регионе обусловлена техническими характеристиками. Это низкорасположенный двигатель и винты, а главное – отсутствие лыжного шасси. Лыж у нее нет, а зимой мы летаем на лыжах. Асфальта у нас там нет и аэродромной службы нет, которая будет готовить лёдные полосы. Единственная альтернатива, которую сейчас рассматривает авиаотряд – ремоторизация советского Ан-2, или, проще говоря, замена двигателей транспортного механизма на модифицированный мотор. Сейчас завод-изготовитель, который и осуществляет переоснащение, проводит обязательную сертификацию. Ждать осталось 2-3 месяца. Также участники встречи поговорили о наболевшем, о капитальном ремонте деревянных домов и благоустройстве города. Видно просто невооруженным глазом, что многое нужно сделать, и деньги-то есть в города. Почему это не делается? Ну, хочется надеяться, что новый депутатский корпус, окружной и городской, сможет эти вопросы решить, когда сейчас очень плотно познакомиться с этими проблемами.